пор, пока пленумы будут восприниматься таким образом, пока не проведут обучающие какие-то семинары судьи, пока они не начнут задумываться о том, что на это надо обращать внимание, мы можем сколько угодно менять законов. Потому что статью 90 УПК вообще игнорируют, преюдицию игнорируют. Можно было 10% дел вообще выкинуть. Завершите все. Поэтому, коллеги, давайте начнем с практики права применения. Сколько угодно можно новых судов создавать, но пока не поменяется практика и уважение к закону, начиная с самих судей, ничего не произойдет.